Друзья, всем большой привет! Сегодня покажу, как вкусно и просто можно приготовить куриную печень. По этому рецепту, скажу честно, готовила первый раз. Получилось очень вкусно. Теперь это один из моих самых любимых рецептов приготовления куриной печени в духовке. Куриную печень промываем, разрезаем на две части. Очищаем от жилок. Если есть зеленые прожилки, то их необходимо удалять аккуратно. Если их не убрать, то куриная печень будет горчить. У меня тут около 300 грамм. Семья у меня небольшая. Далее берем лук, нарезаем полукольцами. Далее берем чеснок 2-3 зубчика. Нарезаем на маленькие кусочки. Отправляем все в формочку. Лавровый лист, соль по вкусу, черный молотый перец, красный молотый перец у меня острый, чубрица. Вот так выглядит, я покупала в Болгарии. Оливковое масло, вы можете использовать любое растительное масло. Все это хорошо перемешиваем. На гарнир приготовлю овощи. Кабачки нарезаем на небольшие кусочки. А вообще, кабачки отлично сочетаются с красным перцем. У меня в холодильнике не было, я взяла баклажаны. Баклажаны чистим в полоску и тоже нарезаем на небольшие кусочки. Баклажаны очень капризные, они готовятся дольше, чем кабачки, и впитывают весь сок из кабачков. И за счет этого баклажаны получаются в тушеном виде. Овощи перекладываем в форму для запекания. Добавляем соль, черный молотый перец, красный молотый перец и оливковое масло. Все хорошо перемешиваем. Отправляем в горячую духовку при температуре 190 градусов. Готовим около 40-45 минут. Через 20-25 минут достаем, перемешиваем и отправляем обратно. Готовим до готовности. Куриная печень в духовке готова. Достаем овощи. Овощи получились в более тушеном виде. Перед тем, как подавать овощи, перемешиваем. Еда у нас получилась более низкокалорийная, диетическая. Вместо овощей вы можете взять рис, картошку, все, что вы любите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой рецепт. Ужин готов, будем пробовать. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Как и говорила выше, овощи у нас получились в тушеном виде. Кабачки я люблю в любом виде, но вот баклажаны мне не очень понравились, лучше их запекать отдельно. Куриная печень очень вкусная, нежная, прямо тает во рту. Очень надеюсь, что рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Всем пока!